Тож організатори Сергій Амелін та Олександр Полохов вже в нашій ранковій студії. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго утра. Як я вже щойно анонсувала, в цю суботу, 9 червня, відбудеться фестиваль, який присвячений сім'ї, так? Міжнародний день сім'ї, до Міжнародного дня сім'ї. Розкажіть, будь ласка, ви готуєте парад, масштабну подію, розкажіть нам всі деталі. Доброго утра, уважаємо слушателі, телезрителі. Я думаю, это впервые у нас в нашем городе Днепр будет праздник семейный именно такого масштаба. Это впервые. Это впервые. Ну, был 2 года назад, ну, был несколько меньше. А сейчас будет именно с таким размахом, с множеством различных локаций. И самое главное, изюминка этого фестиваля семьи, это будет, мы назвали «Парад счастливых родин». Парад счастливых родин. Начиная от площади Героев Майдана, до парка Глобы будет перекрыта часть проспекта имени Варницкого, и будет, мы приглашаем всех различных семьи, детки, мамы с папами, с различными транспарантами, к примеру, с таким названием «Міцна родина, міцна країна», mm-hmm. или, к примеру, «Всі разом за сім'ю», вот примерно с такими призывами мы приглашаем всех горожан пройтись парадом именно от площади Героев Майдана к месту празднування всього фестивалю – це парк Лазаря Глоби. Чому для вас це важливо? Чому ви вирішили зробити акцент так, на цьому святі? Яка взагалі мета цієї події? Ну, Саш. Олександр. Сьогодні, якщо можна так сказати, да, в определеному порядку, почему-то правильно ведущий или правильно как бы ведущий или правильно выдерживающий правильные позиции большинство, оно, ну, к сожалению, должно их отстаивать, чтобы не быть управляемыми неправильно ведущим себя меньшинством, да, то есть вот. И сегодня мы знаем, вот есть в противовес вот данному мероприятию проходят другого рода парады, да, и где люди почему-то, ну, считают, что они могут навязывать. Ну, скажем, навязывать, да, свои идеи. Мало того, кстати, у меня вчера родился 5-й сын. Вот, да. Питаем я, вас. Да, такая вот, да. И у меня всегда, знаете, вот такой вопрос. Вот почему как бы в школы должны идти вот, ну, к моим детям и рассказывать, как им жить, то есть какой пол им выбирать, то есть какая вот, какую жизненную позицию вот в гендерной системе им себя находить. Пусть к своим идут, ну правильно, то есть, ну, которые сначала родят, а потом к ним идут. Вот, и вот где-то немножко вот, мы хотим, чтобы семьи, они все-таки на свою, как бы, свое право, кажется абсурдным, но сегодня это того требует, потому что, знаете, вот люди, которые живут в неправильном отношении к обществу, даже вот к здравым позициям, им присуще спрятаться. То есть вот они должны, они человек, который неправильно себя ведет, ему неудобно, ему как бы ему хочется скрыться от всего, да. То есть, ну, сегодня что произошло? Сегодня они как бы те люди, которые себя ведут неправильно, которые в противовес ведут правильным здравым позициям, они говорят: а мы не хотим прятаться. Мы хотим выйти там и все на площадях, на улицах, заявлять там, параде, там, людина пест, там, всякие разные вот свои извращения. И мы хотим нести это в ваше общество, в ваше это самое. Знаете, и это в каждой стране. Сегодня это не только... Что вы имеете на увазе? Чи кожна думка має право бути висловлена, так? Вона має бути висловлена, так. Але, дивіться, вони мають право висловляти свою думку. Але також ми маємо право висловляти свою думку. Так? І сьогодні традиційні сім'ї, тобто вони по всьому світі постають на захист своїх цінностей. До речі, у Франції, да, було декілька років таке сімейне свято теж, і вийшло 100 тисяч, в Парижі вийшло 100 тисяч, біля 100 тисяч традиційних сімей. Бо вони теж, бо люди по всьому світі, як би, стають противодію цим собитям. Этим событиям, да, цьому явленню. Ось. І були такі футболки, де тати, мама, да? Але були такі випадки, що за те, що чоловік носив у Франції теж таку оцю традиційну футболку, це після свята, де там тата і мама його заарештували.
заарештували, і він повинен був за те, що він відстає свої цінності, він має бути покараний, бо він десь чисті інтереси вщемляє. Вщемляє інтереси тої людини, яка потрібна, ну, сама бути ущемлена, так? Бо вони противодіють. Це має таку силу і має таку дію, що ми хочемо, щоб противодіяти можна російською. Будь ласка, як вам зручно, так? Да. Щоб противостояти вот этому неправильному дійству, ми, ну, сьогодні должны мобілізуватися і відстояти своє обычное право, которое в принципе, в многих странах, знаете, как получается, думают люди, а не пройдет. Ну, в принципе, ну кому вот в голову придет вот с этим вот бороться как-то вот, да? А проходит, потому что люди принимают пассивную позицию, вот считая то, что, ну, мы не будем бороться, и, в принципе, другие... Ну, зрозуміло, ви за традиційну сім'ю, так, за підтримку сім'ї. Ще хотіла запитати, наразі така статистика, що багато сімей розпадаються, багато розлучень. Я думаю, що це статистика, напевно, останніх 15 років, так, 20. Раніше такого не було, зараз дуже легко, так, це все зробити. Чому так відбувається у суспільстві? Ну, где-то 50-60%, видимо, браків розпадаються в Україні. По статистике. Так. И они тривают зовсім невеличкий час. Ну, одна из причин, думаю, несколько причин здесь можно взять разное, знаете, общее состояние такое моральное или духовное состояние людей последние годы. Второе, можно сказать, что я так думаю и в этом глубоко убежден, что люди, общество, социум ушли, наверное, от первоисточника, ушли от ну, если говорить языком, есть порядок, есть инструкции. Бог их прописал в Библии, в Священном Писании. Какие-то инструкции, как решать конфликты в семье. Роль мужа, роль жены в браке. И вообще институт семьи, это творец, это Бог создал. И люди ушли от каких-то фундаментальных истин и сказали, нет, мы хотим по-своему строить. Мы знаем, как правильно. И одна из причин, потому что распадаются браки, люди ушли от первоисточника, от Священного Писания, от заповедей, которые оставил Бог для построения правильной, здоровой семьи. Саша, дополни. Можно? Хочу еще задать, да, я также отвечу на этот вопрос. Знаете, сегодня, ну, вот общество, да, ну, как мы так живем, в связи с вот этим вот пришедшим развращением и большими грехами, маленькие грехи кажутся не такими страшными. Понимаете? И сегодня вот идея, вчерашняя идея вот модели жизни, я бы сказал, человека, глубоко не вникающего в духовные ценности, она выглядит каким? Ну, он любит меня, когда он меня хочет, он будет со мной жить. This idea is broken. Она не работает. То есть она не работает. Для того, чтобы была крепкая семья, должно быть что-то большее. Должна быть какая-то духовная основа, которая претерпит вот даже измены, которая претерпит даже какие-то вот колебания, которая, но она должна на чем-то стоять еще более сильным. И это никак не может быть вот то, что сегодня шаткое. Кстати, один из вариантов борьбы, который придумала фашистская Германия вот 100, там сколько-то лет назад, да, когда была война, они там планировали вводить вот этот вот, разрушать именно семью. И когда разрушается семья, вымирает государство. Разделяется. Человек, не приученный жить в социуме, когда ты один, ты повержен. Один в поле, не воин в данной ситуации, когда вот человек разрозненный от семьи. Поэтому вот сегодня мы видим как раз такие, вот как эта машина, направленная на разрушение семьи, она работает. Ну, да, і, да, зрозуміла, да, вашу, да, позицію. Да. Давайте перейдемо саме до свята. Все ж таки це буде свято, так, і будуть певні події. Знаємо, що родзинкою буде виступ оркестра, так, будуть виступати дитячі колективи, навіть знаю, що буде розігрувати поїздку до Європи, так? Розкажіть взагалі от, да, всі цікавинки. Да, изюминка, и, кстати, парада, который будет проходить с 11 до 12, с 10 до 11, это будет регистрация участников парада, построение Майдана, колонны, так, да, площадь Героев Майдана, регистрация с 10 до 11, где можно будет взять пригласительный, заполнить, зарегистрироваться и стать участником розыгрыша поездки, пятидневной поездки в Европу.
Куди саме до Європи? Там буде ряд стран. Ага. Пусть это останется. Тур. Это будет такой евротур. Это будет тур. Сохраним интригу, не будем деталей. Это на двоих будет, да. Угу. Вот. Это будет изюминка. И чтобы быть участником розыгрыша, обязательно нужно быть участником этого парада. Зарегистрироваться с 10 до 11, прийти туда, на площадь. Желательно, конечно, с семьей, с друзьями и так далее. И стать участником. Будет возглавлять этот парад. Будет военный оркестр нашего оперативного командования «СХИТ». Вот, они будут идти впереди колонны. Вот, это все мы делаем при поддержке «Міськради». И они там нам обеспечивают безопасность, перекрытие улиц и так далее. Будут всех зазывать, долучаться, да, так? Да. Вот, еще в чем уникальность будет во время этого парада. Два года назад, когда мы организовали фестиваль семьи, мы пронесли такой рушник. Семейный рушник. Мы пригласили Книгу рекордов Украины. Он вошел в Книгу рекордов Украины 2016 года. Мы еще раз пронесем этот семейный рушник на этом параде. Он очень-очень длинный, много метров. Его специально вышивали для его вышивали, да. Так. На прошлом фестивале каждая семья разная делали с таких кусочков, а потом сшивали, и получился огромный такой длинный рушник семьи. Все вместе держали. Вот он будет пронесен на этом, у нас он пронесен будет на этом параде. Это тоже такая уникальность парада. Такого еще не было, да. І поэтому вот так. Это, ну, що касається парада. Так, потім ви дійдете до парка Глоби, так, і там буде дитячий концерт, дитячі виступи, так? Так, так, плюс різні соціуми це будуть і пари женаті, і діти, сім'ї з маленькими дітьми, хто-то буде. І молодожони з заходу. Можна брати з собою малечу. І... Да, так, да, так, да. Так, хто до якого етносу себе приєднує, да? хто як себе бачить в цьому розрізі подій, той може так і приймати участь. Так, звичайно. Яку кількість родин ви плануєте прийняти? Як думаєте, скільки людей прийде? Ну, ми очікуємо. От ми приглашали і різні підприємства, різні організації, благотворительні фонди. Много-много везде реклама. До речі, коли ви запрошували, дуже цікаво, як реагують люди на таку подію. Чи готові наразі дніпровці вийти? Це ж треба у вихідний день підготуватися, вийти, зробити плакати, всю родину зібрати, так? Вишиваночка. Навіть вишиванки. Ну, желательно, дрес-код такой. Ще й вишиванку, друзі, треба. Щось нарядне. Я думаю, що і без вишиванки вас 100%. Приймуть. Як реагують люди? Чи готові вони пожертвувати свій вихідний день, аби приєднатися до вас? Готові. Так, є. І ми очікуємо приблизно 10 тисяч людей. 10 тисяч людей. Так. Це для Дніпра не є багато, але як люди, це дуже звичайно, це наразі не тільки така, так, вона сама по собі така, якщо брати глобально, то це є війна. А якщо ми кажемо локально сьогодні, то це таке свято, воно для звичайної сім'ї. Добре прийти з дітками на різні локації, на різні такі ось, знаєте, приємні відчуття, там десь побути інколи лишній раз разом з сім'єю, татою, з мамою, з дітками, вони погулялися і побули сім'єю місце, то це є дуже добре. А чому обрали саме парад, знаєте, саме таку форму, ну, знаєте, як сьогодні, раніше був парад? Сьогодні у нас тенденція по всім обласним городам. В Києві, кстати, 2 июня пройшло огромніше облашестві, парад в Київській, Київ весь вийшов. Також до Міжнародного дня сім'ї? Так, так, так. А коли саме цей день сім'ї? Он, офіціальна дата? В мае, вот я не помню, честно говоря, ну вот он, вторая половина мая. Uh-huh. Да, это тиждень подружья в Украине и Международный день семьи, это все вторая половина мая. Вот, мы настолько привязываемся, да, до сумы. И сейчас по всем крупным городам, вот, да, и не только бывает областным, и другим городам прошли эти парады. Такая сейчас тенденция идет, вот, чтобы за традиционную семью, за укрепление семьи, потому что нет семьи, нет государства. Тож, друзья, если суббота, 9 червня, у вас вільна, приєднуйтеся. У нас у студії були Сергій Амелін та Олександр Полохов. Дуже ми вам дякуємо. І ще раз, будь ласка, запросіть у всіх містян і скажіть, о котрій, куди приходити. Да, друзья, еще раз приглашаем, приходите. Это уникальнейшее будет мероприятие.
приходите в 10:00 утра, площадь Героев Майдана, регистрируйтесь, получайте талончик, участвуйте, проходите парадом счастливых семей до парка Глобы. И в парке Глобы приглашаем вас, в 12 часов будет начало большого фестиваля, где будет сцена, где будет множество мастер-классов, где будут разные локации, где будут квесты, где будут, допустим, такие столик свиданий для семейных пар будет, где будут лектории, где можно будет услышать некоторых специалистов вопросов брака, которые могут ответить на вопросы, там, к примеру, такие как решение конфликтов или другие какие-то моменты и так далее. И в придачу... Масса игр, спортзона будет, аниматоры, и это будет, там будет торговля, фудкорты, будет очень много вкусностей, и приходите, ждем. В придачу к этому просто провести теплое время вместе со своей женой, со своими детками, со своими, может быть, родственниками и другими семьями, остаться в теплых, приятных ощущениях и впечатлениях.